Девочки, всем здравствуйте. Я к вам, как всегда, без предупреждения, в прямой эфир. Есть у меня, конечно же, для вас хорошие новости. Новости, касаемые новинок, и новости, касаемые новостей. В общем, пока вы подсоединяетесь, что хочу сообщить. Сообщить хочу, что мы привезли для вас очень много красоты. Красоты прям классные, мои хорошие. Спасибо вам за реку сердечек, девочки. Я по-быстрому в прямой эфир, потому что мне надо много работы работать. Благодарю вас за реку сердечек. Всем желаю хорошей, быстрой, замечательной, невероятной, молниеносной, положительной, позитивной пятницы. Девочки, я готовлю для вас видео, обзор новинок в искусственных цветах. Мы взяли очень большой ассортимент, сейчас добавили ассортимент. Вы посмотрите, какая красота. Есть прям вот, которые из ткани, листики. Мне вообще, я безумно люблю фитонию, что в живых цветах, да, что в искусственных. В общем, не суть. Про вот эти вот новиночки, девочки, дайте мне, пожалуйста, время для того, чтобы я записала для вас прямой эфир, потому что уже очень есть звонки о том, что Томочка, а сколько цветочков в букетике, а как выглядят букетики, а много ли есть там что поддирать, потому что вы вот эти букетики покупаете для того, чтобы отсоединить их, и вот эти вот мелочи, веточки подсоединить в свои букетики. Девочки, я именно снимаю, ну, я думаю, как мне лучше сделать эту презентацию вот этих новинок, потому что хочется мне прям вам показать каждый цвет, каждый кустик, каждый, что там можно отсоединить, что можно отодрать, в каком количестве можно это все поотдирать, да, ветка сирени, посмотрите, сколько здесь зелени, какая она вся насыщенная, красивая. В общем, по поводу искусственных цветов, мои хорошие, думаю, как вам лучше спрезентовать в прямом эфире, чтобы была обратная связь, или уже снять спокойное видео, да, чтобы, думаю. Итак, по поводу новинок, девочки, ну, я говорила еще 2 недели назад вам о том, что либо вам, либо инстаграмикам в прямом эфире я говорила о том, что завод нарабатывает для нас в 1 миллиметре оттеночки, да, они не новые, они есть в 2 миллиметрах, просто палитра 1 миллиметра. Цветовая расширяется. У меня для вас хорошая новость. Сегодня мы получим 10 тонн изолона. В общем, мы получим 2 машины, 20 тонн. Я вам сниму эту поставочку. Будет 2 машины, каждая по 10 тонн. И это, конечно же, изолон. Что будет, почему я сейчас не открываю эти позиции на сайте? Будет новый лимонный, будет новый желтый, будет новый Барби в 1 миллиметре. То есть оттенки лимонного, желтого и Барби вы знаете, как они выглядят в 2 миллиметрах. А новинка заключается в том, что эти цвета теперь у нас будут в постоянной линейке нашего любимого чудо-материала еще в и толщине 1 миллиметр. Девочки, на секундочку, палитра изолона. Это вам перед вами палитра изолона 2 миллиметра. Видите, сколько оттенков? По-моему, их 42, если мне не изменяет память. Ой, господи. Да, девочки, 42 оттенка. 42 оттенка наш любимый завод Пластмасс наработал для нас вот такие красивые оттенки. Помнит еще кто-то, как раньше продавался изолон? Что он был синий, он был ужасно красного цвета и он был белый. Помните эти 3 чудо оттенков в палитре изолона? Теперь их 42, девочки, за 3 года 42 оттенка. Спасибо, конечно, Ижевскому заводу Пластмасс за то, что у нас с вами есть возможность работать, помимо того, что с чудо-материалом, прекрасным материалом, который гипоаллергенный, у которого есть сертификаты, материал, который
прекрасно подходит нам для изготовления светильников либо любых каких-либо работ. Ну так мало того, что палитра 42, так еще и завод не стоит на месте, а прислушивается к нам в моем лице, а я выражаю мнение многих мастериц, что, конечно же, хотелось расширять палитру изолона в 1 миллиметре. Конечно, конечно. И я обратилась на завод, и все оттенки, которые я просила, завод наработал. Итак, девочки, сразу же вам еще раз повторюсь, да? Лимонный, желтый и Барби – это те цвета, которые к нам придут сегодня. Но, скорее всего, к вечеру, девочки, сейчас проблема с доставкой именно из-за того, что снег, гололед, а это фуры, да, две фуры по 10 тонн. И пока они к нам доедут, в общем, мы будем ждать, скорее всего, я боюсь, что... Это будет вечер, и дай бог, чтобы не очень поздний, да, но вы знаете, я открываю позиции на сайте только после того, как товар у меня. Соответственно, я вам просто сообщаю о том, что как только к нам машина приедет, мы ее разгрузим, я вам сниму видео, я тут же открываю на сайте лимонный, желтый и Барби. Ну и, конечно же, те оттенки в 1 миллиметре, которые уже есть в постоянной палитре изолона, это бежевый, шампань, светло-лиловый, теплый розовый, розовый пудра, просто розовый, лавандовый, травяной, кипарис, аквамарин. Эти все оттенки в 1 миллиметре у нас были, есть и будут. Все хорошо. Слушайте, девочки, ну вот я сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять оттенков в 1 миллиметре уже есть. И 3 еще добавились. И так получается 13 оттенков в 1 миллиметре. Но это крутотень. Я вам больше скажу. Будут еще в 1 миллиметре наработаны цвета. Просто не хочется мне разглашать это. И так себя вот выпячивать, что вот это вот... Все оттенки, которые нарабатываются в 1 миллиметре, они нарабатываются по моей просьбе. Если у вас есть... Вот вы сейчас сидите, смотрите мой эфир в записи, либо в прямом эфире. Если у вас есть какие-то пожелания, что вы хотите какой-то оттенок из двойки, из вот этой палитры добавить в 1 миллиметр, напишите какой, и я отправлю нашу с вами просьбу на завод. У меня есть возможность попросить заводика наработать цвет. Девочки, но помимо ваших хотелок, вы должны понимать, что производство – это производство, да, и изолончик нам нужен в 1 миллиметре для изготовления светильников, то есть цвета, которые бы пропускали свет. Соответственно, не просите бордовый в 1 миллиметре, я не вижу в нем смысла. Не просите черешню, а ярко-красный есть. Красный тоже не вижу смысла, потому что это бледный пастельный оттенок, и вы его не будете покупать, он у вас в цветах не будет продаваться. Пойдем по сиреневым. Лавандовый в 1 миллиметре есть, сиреневый и фиолетовый не вижу смысла, потому что сиреневый — это полутон от лавандового. Давайте пойдем в зеленые оттенки в 1 миллиметре, да? Я, например, написала уже на завод, что я бы очень хотела иметь в 1 миллиметре лайм и мяту. Согласны со мной или нет? Вот, ну а травяной и кипарис, они есть уже в 1 миллиметре. Больше никаких оттенков из зеленых в 1 миллиметре я не вижу смысла вырабатывать заводу. Я бы, конечно, хотела видеть в 1 миллиметре бледно-голубой, девочки. Не голубой, не синий и не васильковый, бледно-голубой. Добавить его в оттенок к аквамарину. Ну и поскольку завод все оттенки розового уже наработал, да, мне хочется еще персикового. Как считаете? Персиковый в 1 миллиметре нужен же, да? Ну и черный, конечно же, у нас... А, кстати, черный я не записала, что еще... Получается, 14 оттенков в 1 миллиметре, потому что черный в 1 миллиметре тоже завод производит. Также на сайте мы сегодня откроем, к нам едет еще синий, к нам едет черешня.
К нам еще едет золото на белом основании, девочки. Да, оно у нас закончилось, и поскольку, ну, и расстояние с Ижевском 1000 километров, да, и дороги у нас заснеженные, поэтому, конечно, мы ждем. Мы очень ждем, а золото на белом основании у нас закончилось, по-моему, неделю назад. А вы его любите, вы его хотите. Девочки, у меня к вам будет еще одно объявление. То есть понятно, да? Завод нам отправил эталон, машины уже на подъезде к Москве. Просто по Москве можно ехать часа 3-4, а то и 5 с этими пробками. Поэтому вечером я вас порадую с видео обзорами новинок в 1 мм. Девочки, хотя я более чем уверена, что цвета те же, бомбические, толщина просто 1 мм. И на сайте мы откроем это только после того, как машина будет у меня. Потому что у нас сегодня отправки. Вы наделаете сейчас заказов. Отправки мы отправляем в 6 часов вечера. А не дай бог машина до 6 не приедет и будет КПЦ мне и моим сотрудникам. Чего Олечка хотела? Ну, иду сейчас, иду, солнце. Девочки, еще раз повторюсь, по поводу новиночек вот этих бомбических, классных, красивых, красивенных. Я уже 2 дня работаю по поводу этих новинок, то есть фотографии вы уже видели на сайте, да? Девочки, по поводу вот этой новиночки, да? Веточки, они видите какие высокие? Я, например, домой себе взяла эти веточки, потому что есть возможность ее согнуть, да, за счет длинного вот здесь стебля и разместить на елке. Вот так выглядят соцветия, которые можно, конечно же, отсоединить от ветки, да, и их на веточке 5. Это тоже буду показывать все непосредственно потом в обзоре товаров. Мои хорошие, что-то пишите, а мне так некогда. Кто-то, Людмила Юдина пишет, у нас плюс 20, тепло, ветра нету, просто кайф. Приезжайте в Москву, девочки. У нас зима прям красивенная, красивенная, мои хорошие. Творческая мастерская «Анализ». Мы сегодня ЕМС-ом вам отправим заказ. Он уже, по-моему, даже собран девочками. Боже мой, вы на ленту мне это не перемотать, мои хорошие. Давайте так, я вышла к вам просто сообщить о том, что лимонный желтый Барби в 1 мм едет к нам. Все хорошо. Девочки, мои сотрудники, девочки, у меня очень много новиночек к вам. Вот таких замечательных, красивых. Мне хочется вам их показать, прям показать, прям. Либо в прямом эфире, просто теперь проблема. Если я выхожу к вам в прямой эфир контактиком, то у меня инстаграмики ничего не знают. А выходить с тем же эфиром, с теми же новостями к инстаграмикам, ну, получается неуважение к тем, кто посмотрел уже эфир ВКонтакте. Размещать это на YouTube, скорее всего, будет так. А, вот вы, кстати, Серову собираете, да? Вот. Вот, все, готов уже. Вот он. Заказик, красота. Девочки, вот она, палитра в 1 мм, девочки. Я вот прям вот хочу показать. А убавьте звук, дискотека у нас тут в Изолоне, а то я в прямом эфире. Девочки, ну посмотрите, какая красота в 1 мм. Не висит бежевый, бежевый стоит. Где у нас бежевый? Вот он, бежевый в 1 мм. Вот он стоит, рулончик. Открыли. И эти цвета у нас всегда были на сайте. Ну, то есть у нас не было никогда никакого дефицита. У нас вот закончился синий. Смотрите, как красиво. Василек, синий, голубой, бледно-голубой аквамарин. Песня. Красный, ярко-красный, черешня, бордо, серебро. Розовый. Розовая пудра, светло-лиловый, теплый розовый, травяной, кипарис, ярко-красный. Но он закончился у нас в 1 мм. Мы ожидаем также поставочку ярко-красного. И добавятся еще нужные вам желтый, лимонный и Барби. Ну и здесь, девочки. Все-таки хочется мне мяту и лайм в 1 мм. Согласитесь со мной. Ну вот прям хочется эти оттенки. Давайте, кто не знает, не ориентируется по оттенкам. Мятный, лайм, травяной, кипарис,
Хаки. Зависла. Ну и получается, вот эта вся палитра есть в одном миллиметре. Это, девочки, желтый, шампань и лайм. И вот эти оттеночки, получается, будут в одном миллиметре. Хочется мне в одном миллиметре еще персик. Как вам? Все-таки хочется его. Поэтому на заводе уже есть моя просьба о том, что хочется в одном миллиметре мне еще добавить персик. Вот, смотрите, девочки, кстати, вот это лаванда, а это сиреневый. Но нет смысла в одном миллиметре заводу нарабатывать еще сиреневый. Он все-таки немножко другой оттенок, а лавандовый более приятный, более пастельный. Поэтому, конечно же, а лавандовый у нас в одном миллиметре есть. А не вижу смысла фуксии в одном миллиметре, да, потому что она не очень хорошо пропускает свет. Вот, поэтому, а что я вас так? Я вас сейчас вот так переключу камеру. А где ее переключить? Нет, не переключу, девочки, не буду, я боюсь. Сейчас что-нибудь нажму и улечу на большом воздушном шаре. Так что, девочки, я напишите мне, вы согласны, что в одном миллиметре нужен еще персик, нужен еще мята лайм и еще один оттеночек. А какой? А, и бледно-голубой. И все. И с палитрой в одном изолоне можно закончить. Потому что вот, ну, куда уже? Все, девочки. У нас все есть. Итак, с вами. Вот так. За гору. Не буду девочкам своим мешать, потому что и у меня море работы. Кстати, по поводу Евы в одном миллиметре. Ну, то есть имеется в виду в 1,3. Сейчас я вот так вот сделаю. Вот это все висит 1,3 Ева, девочки. Мы повесили для девочек, чтобы им было удобно. Ну и, конечно же, девочки, Ева 2 миллиметра, да? А черное на белом у нас было. И вот сейчас мы ожидаем черное, ой, белое на золоте. Софтин, девочки, понравилась вам карамель, которая изначально была золотой, мы ее переименовали. Она действительно карамельный цвет, очень красивый. Очень вам понравился ярко-красный в софтине, фуксию вы берете. Очень вам нравятся вот эти оттенки нежные, пудровые, да, жемчужные, лимонадные. Ну, видите, да? В общем, все хорошо. Ну, а новинки, которые в цветах, у нас уже практически все сделано, но еще есть над чем поработать, мои хорошие. Дайте мне чуток времени. Девочки, еще есть у меня для вас новость. В воскресенье приду к вам с эфиром прямым, именно к вам сюда, в ВК. Приду с прямым эфиром. Буду вам объявлять чумачечью новость. Нашей компании это будет воскресенье, так что не забудьте. Скорее всего, в эфир выйду, не знаю когда. От слова совсем, потому что мне на выходные привозят внучку мою, Дианку. В принципе, она уже там меня ждет. Вот. Так что воскресенье будет прямой эфир. В воскресенье будем разыгрывать активистов ноября. И в воскресенье буду вам анонсировать чумачечью новость. И еще одну новость. В общем, до воскресенья, девочки мои хорошие. Я всем желаю хорошей, быстрой пятницы и, конечно же, приятных выходных кругу близких вам людей. На данный момент эфира у нас вот заказы. Посмотрите список с заказами. Это те заказы, которые уже оплачены на нашем сайте, которые уже на зале, которые девочки мои уже собирают. Ну и вы знаете правила нашей компании, что если вы сегодня делаете заказ на нашем сайте и оплачиваете его до 16:00 по Москве, он отправляется сегодня. И вечером вы получаете трек-номер для отслеживания. А те, кто сделает заказ после 16:00, то уже будет уже отплавка будет в понедельник, мои хорошие. Ой, подождите, Олег, новый Изолончик. Компания Изолончик, здравствуйте. Здравствуйте. Сайт у нас работает круглосуточно. Сайт – это машина.
ну давайте до 17. То есть вы имеете в виду, что вы самовывозом хотите забрать? Тогда смотрите, вы обязательно в комментариях к заказу напишите оставить заказ на проходной, знаете, да? Вот, и, ну, да, до 17:00, да, можете, да. Всего хорошего. Мне так нравится, у меня был не очень позитивный прямой эфир в Инстаграм по поводу самовывозов, был там один нюанс, вот, и теперь самовывозы так четко, время назначилов, это же время приезжает. Я была вчера целый день на работе. Девочки, если у нас выходной четверг, это не значит, что мы отдыхаем, отдыхают сотрудники, я работаю. Я здесь, я вот это вот все, вот дурдом у меня этот. Вот, и вчера девушка звонит, Тамара, а вот я не успела приехать вчера, а можно я приеду там тогда-то? Либо девушка сегодня звонит, Тамара, пожалуйста, оставьте на проходную, я забыла написать комментарий. Так прямо они активизировались, думаю, во, дисциплина. В общем, мои хорошие, всем все понятно, надеюсь, я вас жду всех в воскресенье в прямой эфир. Чумачечи, будем раздавать деньги, 4000 рублей. Также в декоре буду раздавать деньги, 4000 рублей. Все буду делать в воскресенье и анонсировать вам чумачечи новости. Олеся, такие глаза. А что, Олесечка? Ну, это я буду на работе, солнце. Вы-то будете отдыхать, не волнуйся. Все, спасибо вам большое, что вы были со мной в прямом эфире. Не знаю, во сколько сегодня попаду домой, во сколько к нам приедет эта машина с этими чудо-бомбическими новинками в 1 мм. Девочки, ну я вам могу сказать, что 1 мм, конечно, изолон бомбический. Он классный, у него плотность другая, он такой другой. Хотя кто-то любит работать с двойкой, да, кто-то... Олесь, отвлекаешь меня. Кто-то любит работать с единицей. Еще раз хочу поблагодарить Ижевский завод. Огромная, большущая машина, да, которая производит для нас чудо-материал. И мало того, что они просто производят, они прислушиваются к нам. Прислушиваются, что вот просила за 1 мм, за чуть, а завод боялся. Завод говорит мне, ну, в лице сотрудника, который занимается этим всем, он говорит, Тома, ну кто, ну это же так тяжко, это же если нарабатывать, это надо нарабатывать большое количество материала, а будут ли его брать? Понятно, что есть риски. И я весной была уверена, что в 1 мм нужна более широкая палитра, чем она есть. И я очень благодарна заводу за то, что он нарабатывает для нас эти цвета. Просила я еще и золотой изолон той осенью. И я вам больше скажу, у меня был... Завод попробовал нарабатывать золотой изолон, и у меня есть, где-то лежит у меня этот образец. И я заводику сказала, ну, он не золотой, он немножко другой. Но хотя золотой изолон, который у меня был год назад от Ижевского завода, он более золотой, чем софтин. Который, ну вот золотой, который мы назвали карамель. Вот, и я такая думаю, ну, может быть, надо было все-таки сказать заводу, пусть бы нарабатывали вот тот золотой изолон, и, может быть, он бы пошел, вам бы понравился, потому что надо найти мне этот кусочек и приложить его к софтину золотому, ну, вот, который карамельный, чтобы сравнить. В общем, я уже сколько раз с вами прощалась? 2 или 3 или 10? Девочки, до воскресенья, мои сладкие, мои хорошие. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях под этим видео. Сниму быстренько для вас видеоответ, когда смогу. Спасибо, что вы со мной в эфире. С любовью, Тамара. Девочки, берегите себя, берегите здоровье, одевайтесь тепленько на улице.